На конкурс дети читают стихи. Стихотворение Агнии Барто «Первая любовь». Читает Кривова Арина, 13 лет, город Рязань. Каждый может догадаться, Антонина влюблена. Ну и что ж, ей скоро 20, а на улице весна. Только звякнет телефон, Тоня шепчет, это он. Стала ласковой и кроткой, ходит легкой походкой, по утрам поет, как птица. Вдруг и младшая сестрица просыпается чуть свет, говорит, пора влюбиться, мне почти 13 лет. И Наташа на уроке оглядела всех ребят. Юрка слишком толстощекий, Петя ростом маловат. Вот Алёша, славный малый, я влюблюсь в него, пожалуй. Повторяет класс по карте, где Иртыш, где Енисей. А влюблённая на парте не тихо шепчет, Алексей. Алекс смотрит огорченно, что ей нужно от меня? Всем известно, что девчонок он боится как огня. Он понять ее не в силах. То она глаза скосила, то резинку попросила, то она вздыхает тяжко, зачем-то промокашку подает ему любя. Алик вышел из себя. Поступил он с ней жесток, отлупил после урока. Вот как с первого свидания начинаются страдания.